У нас Джесси родила. У нас Джесси родила, щенят так родила. Какое сегодня число? Потом. Какое число сегодня? 21 марта. Мы сегодня ночью слышим гул какой-то. По дому идет вибрация. Я говорю, Боря, то ли кто-то забор грызет, у нас такое на дом отдавало. То ли... Калитку, да, когда-то Джесси грызла, аж в доме слышалась эта вибрация, как-то там, наверное, забор соприкасается с домом и вибрировала по дереву. Или, говорю, Джесси что-то в будке делает, то ли рожает, то ли будку грызет. Вышли, вроде послушали, тишина, скажите. Да. Ну, не, ну мало ли, что у нее там приспичило, зубы поточить захотелось ей. И это, и ну легли спать с Борей, ну легли спать. Говорю, Боря, открой ей будку. Нет, говорит, завтра откроем. Сегодня же Джесси позвали домой, посмотрели, животик вроде не сдутый, вроде не родила. Ну ладно, не родила, значит показалось. Она там что-то кублилась. Прям тарахтела, шершала. А сегодня я иду в туалет, слышу, приложила ухо, но я тебя не слышала. Я слышу писки какие-то. Такие папа подозревала правильно, что она рожает. Я тоже слышала. Ну что, пойдем смотреть. Джессичка, вот что она дерла, на пенопласта себе надерла. Что ж ты вытворила с будкой? Я думаю, что такая вибрация. Ой, ничего не видно. Борька, а ну достань, беленький, смотри, какой беленький. Достань, не видно. Беленького вот этого, достань-ка. Ай, какой крошка, смотрите. Беленький, Джессичка, у тебя беленький носик какой. Сколько там их? Да. Забирай. Сколько их? Один, два пока. Она может еще рожать будет. Пока что двое, нужно солому сюда постелить. Она все здесь отсюда выгребла. Надо убирать здесь. Тепленько им сделать. Ох, и Джесска, что ж ты наделала такое? Несу щенят домой, Джесси. Пойдем, моя девочка. Двое только. Мы пока заберем, там папа поубирают у нее, пока побудете здесь с ними. Пойдемте туда. Слепые только сегодня родились. Так, куда их положить? Так, чтобы надо тряпочку куда-то. Не бойся, Джессичка, не бойся, моя девочка. Сейчас, подожди. Сейчас мы тебе все что постелим здесь. Относим мы. Джесси одного щенка взяла, отнесла сразу в будку. Сама открыла двери. Не хочет она, чтобы они были в доме. Сама сюда запрыгнула, отнесла его назад. Ну тут же папе надо поубирать, Джессичка, Боря. Она щенка взяла в зубы и отнесла сюда сама. Как-то надо сейчас взять их, чтобы поубирать здесь, постелить ей соломки. Да, ребят? Да. Взяла и утащила щенка сюда. Волнуется она за них. Ждали. Да? Да. Только что-то двое. Да. Видите, щенки белые, значит, от белой собачки родила. А там папа убирает, да, видишь, что Джесси ночью наделала. Вот это она шумела. Разодрала всю свою будку. Видно, соломка у нее здесь закончилась. И она попыталась сделать кубло им. Ай, какие там зайки. Нет, только двое. Только двое? Раз. Да, двое. Может, еще родит? Да. А может, и не родит уже. Все, Боречка заложил соломки Джесси. Убрал там все. Закрывает обратно. Будем где-то раз в недельку открывать, показывать, как они там. Может, раз в две недельки, чтобы не беспокоить Джесси. Посмотрим, кстати, родит ли она еще кого-то. Через пару деньков. Может, завтра. И все. Ну что, рады, что Джесси родила? Да. Рады, что увидели? Да. Здорово. Ну все, да, на этом мы видео заканчиваем это. Будем наблюдать, да. Как Джесси будет развиваться дальше там события. Все, пока, говорите. Пока.